Да, тут серьезный состав участников. Вот и спецучастки. Должно быть хорошо. Тут нормально. Я рано пришел. Нормально будет, когда они будут сваливаться вот сюда, вот направо. Два спецучастка рядом. 11-й, 12-й. Да, там весело. Что-то тут пересекаются спецучастки, чего быть не должно. Ждут организатора главного. А вам сюда надо выходить? Ого. Старт. Штурман пошел. Вот сюда выход сейчас будет. Двигайся чуть вправо. Такое начало. Веселенькое. Это не начало, это конец. Не-не, все нормально. Глеб. Хватит, люди! Это трасса, ребята! Я сказал, мы поездим. На поезде, да? Пошли нормально, лебедочка. С трассы уходите, ребята, вы на трассе. Красиво. Сейчас будет все видно хорошо после первого участника. А, все правильно, Дима. Там снимай. Да, все большой интерес. Хорошо, сейчас старт 11. Тетка какая-то вообще, по-моему, ребята поехали не по тому участку. Ну да, там вон ленты какие-то, наверное, туда надо как-то было ехать. Ну, а маршал что-то тупит. Пацаны, вы не на тот участок заехали. У вас выход где-то там. Нам вообще сюда сказал маршал. Да. Путаница. Я в том участке. Где маршал? Маршал нам показал сюда. Вот маршал в этом участке. Пока путаница. Так, что-то хаос какой-то пока. Ну там вон ленты, наверное, прямо все-таки надо было. Сейчас приедет главный. Раз это разъяснит. Нет,
Ребята, как им сказали, так и едут. Пока непонятно. Ребята продолжают. Артём, ты знаешь траекторию этого? Да. Зашел, вот тут развернулся и вышел. Ленточка. Да, да. Ходи, топчи, вот там две вещи, поезжаешь в лес. Ну так вот это же надо закрыть. Зачем? Или показать. А маршал только что сказал сюда, здесь развернуться и выехать. Вот так, ребята. Ребята, немножко хаотичное начало. Ребята неправильно поехали. Сосны падают. Даже в Евросоюзе так было, так что ничего тут нет. Не удивляйтесь, в РФС можно. В Евросоюзе уже там. Не-не-не, то же самое все. Туда-сюда. По деревьям ездили точно так же на РФС все. Да, да, все нормально. Там, ребята. На время идут, к сожалению, что. Судя по всему, все неправильно. Тоже еще одну. Так, под низ надо, за низ. Сосны просто не слабые. Береза нам хуй снизу, сосна поверху. По сторонам, да. Сейчас березы выйдут. Какой выход. У нас так не видно, да? Да, хорошо. Ну, сейчас все сначала будет. Что, сейчас первый день?